Мало кто знает, что если смешать два аромата, то рыба придет к вам даже с самых дальних уголков реки. Приветствую вас, любители рыболовных приключений. Здравствуйте, и вы, гости моего канала. На последней рыбалке смешал я два популярных ароматизатора, и результат не заставил себя долго ждать. Лещ подошел на точку и стал сплошным косяком на моем рыболовном месте. Поклевки следовали одна за одной. Буквально за пару часов мне удалось наловить целый садок отборных лещей, густеры, плотвы. Досмотрите это видео до конца и узнаете, как приготовить самому такую уловистую рыболовную арому. Очередная поклевочка. Там рыбаки с того берега. Сейчас приедут меня бить. Что я все ловлю и ловлю. Мужики уже с другого берега. О, видел, видел. Опять, говорит, вытянул. Ну, на меня. Интересно, что это он там такое? Как это он так? Что у него клюет? Что-то он туда, наверное, добавляет. Сидят, меня уже обсуждают. Конечно, добавляю. Главное экспериментировать, тогда все будет окей. Ну и давайте покажу сразу, что у меня здесь. Было у меня пол бутылочки вот такого белого шоколада абсолютом. И было пол бутылочки кориандра. Это вот так два сегодня будет у нас аромата. Кориандр и белый шоколад. Ну, посмотрим, как они сработают, как они приманят. А сработали они просто великолепно. В тот день рыба напрочь отказывалась у всех клювать, но кориандр плюс шоколад сделал свое дело. Рыба собралась у меня на точке и каждую минуту радовала меня шикарным загибом. Отличные весенние были поклевки. Возможно, кто-то не сможет найти арому белый шоколад или кориандр. Хотя, я думаю, во всех рыболовных магазинах вы можете ее приобрести. Но все-таки можно и приготовить дома. Купить в магазине обычный кориандр, приправу, перемолоть ее. Купить в магазине шоколадку, в кипятке растопить ее, насыпать туда кориандра. Все это дело залить в прикормку. Получится не так, как, конечно, с моей аромой, но все-таки результат будет тоже отличный. Попробуйте, поэкспериментируйте. Я уверен, поклевка не заставит себя долго ждать. Ну а кто хочет узнать все секреты, которые я использовал на этих рыболовных приключениях, на втором моем канале, который называется «Рыболовное путешествие», только что вышло видео, полное с этой рыбалки. И я подробно показываю насадки, прикормки и рассказываю, как мне удалось наловить столько рыбы, когда у других рыбаков практически ничего не клювало. Переходите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии и смотрите полное видео с этой рыбалки. С вами был канал «Рыболовные приключения». Кто не подписан, подписывайтесь. Кому понравилось, бахните лайк. И до скорых встреч, они будут очень и очень скоро. Пока-пока. Пока.